Мы находимся в храме святителя Николая, города героя Севастополя. Все? На колокольне. Да. Истинно так. Храм, живая легенда. Все колокола, все рынды. Голос, то есть душа кораблей продолжает звучать над городом Севастополь. Храм, в котором никогда не опускался Андреевский флаг. Ни на один день. Как традиция на корабле, так и здесь. Поэтому вот отсюда... Внизу всегда ударя колокол, слышат его покой воины. Стотысячное кладбище, которое до революции так называлось. Вот сейчас оно, лежат воины, которые боролись за нашу русскую землю, за Севастополь. Сейчас покоятся, а мы счастливы тем, что их покой, слегка радуем их пребывание нашим колокольным звоном. Ну и теми славными делами, которые мы свидетели стали за последние годы возвращения на родину. Так что спасибо, Господи. Нашим гостям дорогим, приходите, приезжайте. Спасибо. Всегда рады.